Всем доброго времени суток. Сегодня мы проведем знакомство с платформой mavro.org. Это MLM-система, которая позволяет открывать вклады с доходностью 15% в месяц. Первым делом нам необходимо пройти регистрацию. Сделать это можно на соответствующей форме, указав логин, почту и дважды указав свой пароль. После прохождения регистрации мы сможем авторизоваться в нашем аккаунте. После прохождения авторизации мы попадаем в панель управления. Здесь нам доступны два кошелька – Bitcoin и Mavro. Для кошелька Bitcoin доступны функции пополнения и вывода. Чтобы создать первую инвестицию, нам необходимо приобрести токены Mavro. Для этого мы должны пополнить баланс Bitcoin. Переходя во вкладку «Пополнение», мы указываем сумму, на которую собираемся пополнить Bitcoin-кошелек в платформе. Подтвердив сумму пополнения, мы будем перенаправлены на сайт платежного шлюза. Здесь необходимо указать контактные данные, выбрать криптовалюту, в которой будем совершать депозит, и завершить покупку, переведя криптовалюту по указанным далее реквизитам. После того, как мы завершили процедуру пополнения и наша транзакция набрала достаточное количество подтверждений, наше пополнение отобразится в истории и баланс будет увеличен на сумму депозита. Теперь мы можем приобрести токены Mavro. Сделать это можно на странице обмена Mavro. Это внутренняя биржа, где есть возможность покупать токены. Токен Mavro является стейблкоином, то есть его курс фиксирован и обеспечен долларом. Стоимость одного Mavro – 1 доллар. Покупка Mavro осуществляется за биткоины. Для этого укажите сумму в биткоинах, на которую вы хотите купить токенов Mavro. И нажмите кнопку «Купить». История нашей покупки будет отображаться в истории обмена. Далее перейдем на страницу инвестиций. Здесь представлена информация о тарифных планах. На данный момент доступен единственный тарифный план. Условия вы видите на экране. Для создания инвестиций следует нажать на кнопку «Создать». Я создам инвестицию на 2500 долларов. Указав сумму, я нажимаю «Открыть вклад». После этого нас переправляет на страницу депозита. Здесь отображена основная информация о вашем вкладе, то есть сумма, количество дней, на которые эта сумма удерживается, доступные дивиденды и клавиши для вывода дивидендов. Процесс начисления дивидендов производится каждый день в 12:00 по московскому времени. По прошествию одних суток у нас появляются первые дивиденды, доступные к выводу. При этом сумма депозита не изменяется, количество оставшихся дней уменьшается на единицу. Для вывода свободных дивидендов следует нажать на кнопку «Вывод». Как мы видим, сумма доступных дивидендов стала равна нулю, однако количество доступных средств в балансе увеличилось на сумму наших выведенных дивидендов. Теперь мы можем продать наши токены Mavro по той же цене, что и совершали покупку. Напоминаю, стоимость токена Mavro фиксирована и равна 1 доллару. Как на покупку, так и на продажу. Введем количество токенов, которые мы хотим продать. Нажимая на кнопку «Продать», на наш биткоин баланс будут зачислены биткоины с продажи токенов Mavro. Их мы можем вывести на свой кошелек. Здесь следует указать биткоин кошелек и сумму для вывода, после чего нажать на клавишу «Отправить запрос». По истечению срока экспирации вклада тело депозита освободится и перейдет в поле «Свободные дивиденды». Нажав на кнопку, мы сможем вывести тело депозита. То есть по прошествию 29 дней в поле дивидендов появится 2500 Mavro, которые мы инвестировали изначально, плюс дивиденды, которые будут зачислены на этот период. После нажатия на кнопку «Вывод» все средства станут доступными к выводу и обмену. У нас появится возможность вновь инвестировать токены Mavro или же обменять их на биткоины и вывести. Знакомимся со вкладкой «Партнерство». Здесь вам доступна партнерская ссылка. Приглашая пользователей по этой ссылке, вы сможете получить дополнительный доход. На этой странице отображается информация о вашей структуре. Ваш объем, количество средств, которые инвестировали вы со своего аккаунта. Количество партнеров – это количество людей, которых вы пригласили.
Объем сети – это количество средств, привлеченных вашими партнерами. Далее знакомимся с партнерскими выплатами. Объем партнерских выплат зависит от вашего статуса. Для получения следующего статуса необходимо выполнение двух условий. Сумма вашего собственного вклада, то есть для следующего уровня это 500 мавро, и объем сети. То есть, чтобы получить статус инвестора, нам надо самостоятельно проинвестировать 500 мавро или выше, и чтобы привлеченные нами люди проинвестировали 2000 мавро или выше. При переходе на новый уровень наши партнерские выплаты увеличиваются. В таблице «Последние 5 выплат» будет отображаться информация о зачислении вознаграждения за привлечение новых людей. Выплата вознаграждений производится моментально, то есть как только привлеченный вами человек создал вклад на вкладке «Инвестиции», вам будут начислены вознаграждения. На странице инструкции подробно описаны все шаги работы с платформой, от пополнения и создания депозита до привлечения новых пользователей. Если после просмотра этого видеоролика у вас остались вопросы, вы можете задать их в живую поддержку на сайте. Будем рады видеть вас в числе пользователей платформы mavro.org. Почему Мавра является совершенной криптовалютной системой, которую невозможно разрушить? Новый Мавра использует блокчейн-технологию. Блокчейн – это распределенная база данных, у которых устройства хранения данных не подключены к общему серверу. Вся информация распределяется между миллионами компьютеров. Подделать или удалить даже часть этой информации невозможно. Каждый блок содержит метку времени и ссылку на предыдущий блок. Мавра базируется на технологии Эфириум. В свою очередь, Эфириум представляет собой платформу, созданную для разработки децентрализованных приложений, которые базируются на блокчейне, используя умные контракты. По своей структуре Эфириум – единая децентрализованная виртуальная машина. Мавра защищена от стороннего вмешательства, обвала курса и действий властей. Алгоритм распределения токенов и функционал системы прописан в смарт-контрактах Ethereum. Платформа предоставляет полезный функционал для других MLM-систем и позволяет создавать собственные децентрализованные структуры с открытыми транзакциями и собственной внутренней криптовалютой. Все эти моменты прописаны в смарт-контракте Ethereum, на которой базируется весь функционал Мавра. Доля токенов для функционирования многоуровневого маркетинга ограничена 10%. Расширение системы больше не будет осуществляться только за счет ее участников. Следовательно, принять участие в развитии Мавра и заработать на приглашениях в систему смогут только первые участники. Ведь после исчерпания резервного баланса токенов, 10% от общей эмиссии, партнерская программа будет закрыта. Остановка деятельности прошлых проектов случалась только потому, что не хватало технологий, чтобы полностью обезопасить систему. Сейчас эти технологии появились и на них основана платформа Мавра. Подведем итоги. Система полностью надежна и безопасна за счет использования криптографии. Алгоритм распределения средств прописан в смарт-контракте. Отсутствуют крупные держатели токенов, которые могли бы манипулировать курсом валюты. Максимальная сумма, на которую один аккаунт может приобрести токены Мавра, это 100 эфириумов. Абсолютная защита и децентрализация. Никакое стороннее вмешательство больше не в силах навредить стабильности системы. Полезность платформы для всего мирового сегмента MLM-бизнеса. На основе платформы Мавра любая MLM-компания сможет внедрить собственную криптовалюту и использовать возможность моментального распределения партнерских вознаграждений, таким образом сделав все распределение средств партнерской программы между всеми уровнями абсолютно прозрачным, автоматизированным и моментальным. Мавра – это совершенная криптовалютная экосистема. Уже сейчас весь мир уходит от традиционной экономики в криптовалютную, а возглавит криптовалютную экономику Мавра. Мы меняем мир. Мировая экономика 2017 года стремительно приближается к коллапсу, вызванным проблемами централизованного управления, коррупции и лжи. Правительства лгут своим гражданам, используя нас с вами как рабов. Огромные корпорации контролируют все мировые рынки, не позволяя людям проявить себя и вырваться из этих крысиных бегов. В 1989 году была создана финансовая система МММ. В 1994 году МММ активно расширилась по всей стране, предоставляя
составляя дивиденды в размере от 300% в год. На пике развития в компании МММ насчитывалось около 15 миллионов вкладчиков. Основатель МММ Сергей Мавроди занимал 12 место в рейтинге самых влиятельных российских бизнесменов страны. Оборот компании составлял около 50 миллионов долларов США в день. Правительство начало войну с МММ и Сергеем Мавроди, потому что государству было невыгодно, чтобы люди зарабатывали большие деньги. В августе 1994 года Сергей Мавроди был арестован, и все активы компании были украдены государственными органами. Правительство закрыло все офисы МММ. В 2011 году Мавроди вновь открыл социально-финансовую сеть МММ Global с дочерними компаниями в 110 странах, но столкнулась с проблемами централизации и прозрачности. Время перемен настало сейчас. Мавра – это флагманское решение с децентрализованной и абсолютно прозрачной платформой для многоуровневых маркетинговых структур. Это решение основано на блокчейн Ethereum. Теперь Мавра неуязвим. Мавра – это организация, созданная для предоставления децентрализованного технологического решения для обработки платежей и поддержки пользователей и MLM-бизнеса посредством прозрачности. Все транзакции записываются в блокчейне и являются публичными. Открытая и децентрализованная платформа MLM будет включать API и кошелек, который изменит всю индустрию MLM во всем мире. Инновация смарт-контрактов обеспечит систему вознаграждения, сделав ее прозрачной и децентрализованной. Все эти функции станут мощными заменами для текущих рыночных решений. Революция для мировой экономики здесь. Мы можем многое. Финансовый апокалипсис неизбежен. Мавра.